Первый эпизод пятисерийной истории посвящен, что вполне логично, самоизоляции. Випин вынужден находиться дома, на дереве, но он вовсе не намерен сидеть сложа крылья и вовсю готовится к грядущей переписи. О, червячки вы мои, червячки! Ну-ка, дайте я вас посчитаю. Так, трава у дома. Переписали. Гречу. Переписали. Кроме того, неутомимая птичка по ролям разыгрывает встречу переписчика с разными категориями населения. От тинейджеров до пенсионеров. Бабушка, перепись! Переписчичек мой хороший, я-то как раз собралась на участочек. Ну, доставай свои бумажечки. Бабуль, теперь все в планшетике. Эх, недаром сон-то был. Я на экране. Познакомиться с соседями, друзьями и родственниками Випина можно на сайте Всероссийской переписи населения и в соцсетях. Здесь же можно узнать в подробностях, как будет проходить масштабная акция. Ранее планировалось, что основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год. Можно не только себя, но и всю семью. В конце опроса необходимо сохранить цифровой код подтверждения и сообщить его пришедшему специалисту. Такой